АСМР первый, и я его ведущий Виктор. Вот если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарий и нажмите в колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Ну а на очереди у нас массаж лица. Давненько не было. Вы готовы? Ну тогда мы начинаем. Поехали. Но прежде чем посмотреть этот ролик, хочу вам сказать, что до декабря этого года, до 31 декабря включительно, то есть до конца года, я буду снимать коллабы совместно с другими блогерами разных уровней, как начинающих, так и давно всем полюбившихся. Вот, так что как-то так. Что от вас требуется? Снять ролик продолжительностью от 6 до 12 минут. Выложить его у себя на канале в закрытом доступе только по ссылке, чтобы можно было его посмотреть. И ссылку кинуть мне ВКонтакте, который я оставляю в комментариях, либо мне на почту, которую вы видите на экране. Вот, все очень просто, элементарно. И, возможно, именно вы попадете со мной в следующий коллаб. Просто расслабься и доверься мне. Я уже довольно-таки давно занимаюсь массажем. И могу сказать, что он всем идет только на пользу. Вреда от него нету. Просто я сейчас пройду все участки. Помассирую лобик. Тем самым уберу, скажем так, морщинки. Вот. Главное, не напрягайся, расслабься полностью. Помассируем лобик. Все морщинки, микротрещинки. Все выровняем. И кожа будет гладкой, такой упругой. Скажем так, натянутой. Сейчас мы лобик помассируем. Височную часть массируем. Как самочувствие? Это хорошо. Височки. Это для того, чтобы, скажем так, давление сильно не подскакивало. Виски, они вот как раз дают человеку знать, если у него давление. Вот так вот. Отлично. Теперь переходим к глазкам. Будем выравнивать, скажем так, кожу под глазами. Убирать микротрещинки, микроморщинки. Немножко точечного массажа применю. Вот здесь вот так. Thank you.
достаточно. Щечки помассируем. Щечки. Вот они у нас. Кожа станет упругой и подтянутой. Это очень хорошо. Кровообращение будет работать правильно. Кровь будет циркулировать по всему организму. Все массажи на этом и построены. Человек, который регулярно ходит на сеансы массажа, он меньше болеет. Организм у него более укреплен. Сейчас я их согрею и буду постепенно массировать. Теперь надо вот, скажем так, мочки ушей. Вот так вот их помассируем. Я знаю, это очень приятное ощущение. Я давно занимаюсь массажами и сам себе делаю их периодически. Но теперь по-быстренькому пройдемся снова все части. Лобик. Но это уже так быстренько к завершению. Лобик. Часть.
чувствуешь прилив сил, энергии. Щечки. Увидимся на моем канале АСМР первый. Всех люблю, всех целую.